Суета. Мы живем в будущем, бежим куда-то, не принимаем свою судьбу. Еще возвращаюсь назад с вами, потому что это очень сложно понять, что также одной из причин суеты является, ну, как бы патологическая неспособность переключить себя, вот это, взять и выйти на улицу прогуляться. Взять и зарядку сделать, взять и помолиться, пожелать всем счастья. Некогда. Не некогда. Не умеете переключать себя. Не умеете заставить себя отключиться от дел и начать наполняться. Мы говорили вчера, что дети, они всегда играются на улице. Почему они играются? Они наполняются, им надо расти, развиваться. И психика требует этого. Нам уже расти вроде бы не надо, развиваться не надо. Но и у человека все равно психика требует, пока он себе в это не заглушает. Он думает, это все ерунда, надо работать просто. Понимаете, это не ерунда, человек должен наполняться. Вот почему дети играются? Они наполняются. Какие виды игры у детей? Дети любят бегать на улице, они наполняются природой. Дальше какой вид игры? Они играют друг с другом. Да? Мальчики как играют? Мальчики соревнуются, потому что им надо побеждать судьбу. Мужчина рожден для победы, поэтому мальчики соревнуются между собой. Там футбол играют, хоккей, это их жизнь. Девочки как играют? А им нужна любовь, поэтому они что-нибудь общаются, там, моя хорошая, там, семью играют, куколок. Ну, то есть играют любовь они. Ну, то есть это что такое? Это наполнение, они наполняются энергией счастья таким образом. Дети, это происходит естественно. Так же должен делать взрослый человек. Он тоже должен дружить с кем-то, общаться, дружеские отношения наполняют. Дальше он должен на природу бегать, на природе. Уже так, конечно, не побегаешь, но старайся как можешь. Костями погремело чуть-чуть. Уже больше жить будешь. Однозначно.